Дольщики ЖК «Грин Сити» должны заселиться в свои квартиры до Нового года. Такую задачу перед подрядными организациями поставил Владимир Ужицкий на очередном выездном совещании. Добавлю, на объектах строительства активно проводятся завершающие работы. В этом убедилась и наша съемочная группа. Сегодня радость случилась. Я держусь за горячий стояк. И, честно говоря, не верили, что в этом году тепло дадут. Этого дня Олег Мерецков, как и остальные 600 дольщиков ЖК «Грин Сити», ждал давно. Уже третью осень мужчине обещают, что Новый год он встретит в своей квартире. Сейчас с приходом на стройку новых рабочих верить в это стало проще. Боюсь сглазить, но изменения, конечно, налицо. Как только тепло появилось, понятно, что здесь оживает внутренняя отделка и так далее. Начиная с сентября этого года, каждую среду член инициативной группы принимает участие в рабочих собраниях с подрядными организациями. На последнем выездном совещании присутствовал глава округа Владимир Ужицкий. Он поставил задачу подготовить акт о завершении строительства к 17 декабря, а уже 25 числа выдать дольщикам долгожданные ключи. Так как времени осталось совсем немного и важна буквально каждая минута, глава потребовал ежедневного отчета о проводимых работах. В целом дом готов, все сделано, тепло подано. Здесь по внутренним работам работы выполнены на процентов 75 по всей инженерии. Здесь остались некие штрихи по вентиляции, по лифтовому оборудованию. Здесь не все вопросы решены с внутренними коммуникациями, я имею в виду электричество. Есть так называемая слаботочка, это и пожарная сигнализация. Это интернет, это телефон, это телевидение. По поручению Владимира Ружицкого новые дома на улице Лорха будет обслуживать МУП ЖКХ Краскова. К своим обязанностям управляющая компания приступит сразу после сдачи объекта в эксплуатацию. А до этого времени дольщики ЖК «Грин Сити» будут контролировать процесс работ. Луиза Егязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.